Автомобиль Opel Corsa D. Год выпуска 2009. Объем двигателя 1,3 литра дизель Z13DTH. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег автомобиля 190 тысяч 32 километра. Ошибок по двигателю нет. Контроль выхлопа. Выхлоп чистый. Замер компрессии. Первый цилиндр. Четырнадцать килограмм. Второй цилиндр. 16 килограмм. Третий цилиндр. 14 килограмм. Четвертый цилиндр. 16 килограмм. Видеосъемка окончена.